кинотеатре «Искра» возобновилась славная советская традиция перед началом сеанса устраивать развлекательные программы для детей и взрослых. Так, в минувшие выходные, прежде чем занять места перед большим экраном, гости могли принять участие в веселом интерактиве, который для них подготовил клоун Алекс. Новая авторская спортивно-развлекательная программа самого знаменитого клоуна Ленинского городского округа с первого же раза собрала десятки детей. Перед фильмом «Стрельцов» приходили ребята со спортивного объединения «Олимп», школа Олимпийского резерва. Ребята молодцы, ребята спортивные. Мы играли в спортивный футбол, мы проводили футбольные эстафеты, играли в настольные игры, перетягивание каната и, конечно же, получили призы. Участников анимации разделили на несколько команд. Ощущался спортивный настрой ребят. Группа поддержки – родители маленьких спортсменов. Кино с клоуном Алексом. Программа долгосрочная. В кинотеатре «Искра» будет проходить каждые выходные. С расписанием киносеансов и анимации можно ознакомиться в социальных сетях телеканала «Видное ТВ» и кинотеатра. Всех вас мы ждем на нашей программе «В кино с клоуном Алексом». Приходите. От души повеселившись, дети и их родители прошли в зрительный зал. Здесь, перед просмотром фильма «Стрельцов», гости приняли участие в викторине и получили подарки.